Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Вероника, и сегодня я вам расскажу про свои фавориты лета. Конечно, лето еще не заканчивается, но как раз самая жаришка, середина лета, и хочется поделиться своими косметическими продуктами любимыми, уходовыми средствами и, конечно же, парфюмами. Впрочем, с них мы и начнем, потому что, я знаю, начну вам рассказывать про свои палетки теней, сразу выключить, ждем следующее видео или отписаться. Пожалуйста, оставайтесь со мной и не забывайте подписываться на мой канал. Ну и также мы будем в процессе видео с вами болтать, я буду всякую ерунду вам рассказывать, ну, в общем, как обычно. В общем, давайте начну с тех парфюмов, которые чаще всего ношу, которые мне стали еще больше нравиться. Начать хочу с парфюма от Мэма, Eau de Mème, вот такие замечательные птички невелички, да. Мэма славится своими кожаными парфюмами, как мы знаем, здесь кожа тоже заявлена. Но я ее так отчетливо не слышу. Для меня это все-таки кислые цитрусы. Прям такая лимонная кожура. И, наверное, да, слегка такая есть какая-то замшевость в нем. Это уже потом в раскрытии. Вначале вот прям, знаете, бергамот, чайная тема, абсолютно чайный парфюм. Его почему-то сравнивают с парфюмами Элизабет Арден. Ну нет, Элизабет Арден, конечно, я хорошо к нему отношусь. У меня его, кстати, нет в коллекции. Как-то и не хочется. Это намного серьезнее тема. Очень стойко, очень шлейфово, и на жару хорошо, и на прохладную погоду. Вот у нас были недавно ливни, дожди, просто проливные какие-то. И было вообще здорово, знаете, в нем себя ощущать. Поэтому для любителей чая, бергамота и в то же время не простачок он далеко, совсем с кожаными оттенками, то это сюда. Я его полюбила, Eau de Mème. В нем всегда очень комфортно, стойкость запредельная. Читала отзывы на фрагрантике. Перед тем, как снимать видео, я часто захожу на фрагу, вообще, ну, смотрю, что люди пишут, там как-то немножко вспомнить вообще, что в нотах, потому что кому-то это принципиально важно, чтобы я называла ноты, хотя, как бы, и так тут понятно, что есть бергамот, да. Ну и, в общем, сказали, что как будто бы на кожаную куртку намазали бритву, на кожаную куртку пену для бритья. Блин, ну не знаю, может быть и такое, у кого-то есть какая-то похожая пена для бритья, у меня такого, конечно, нет. Пишут, что не совсем стойко. Ну вот видите, как-то все это сугубо лично, да, для меня очень стойкий парфюм, вот так вот. Кстати, на фоне меня вы видите домик, кукольный домик, он здесь стоит не просто так. Во-первых, он очень вписывается к моему цветку, это азалия, кто не знает. Она у меня просто огромная, как дерево, я потом сниму ее прям полностью, чтобы вы видели, как красиво у меня цветет эта азалия. Она цветет круглогодично, отдыхает, может быть, ну месяц от силы, в основном всегда она цветет. Также вы видите красивый, яркий кукольный домик. Кто-то подумал, что это домик для парфюмерии, так как я уже понаставила сюда флаконов, но нет. Это кукольный домик для кукол до 15 сантиметров. И эти замечательные домики производят мои друзья, которые живут в Омске. Я заказала у них этот домик на подарок своей племяшке. Я решила его собрать сама, вообще с помощью инструкции все это очень легко делается, поэтому и родителям, и детям будет интересно его собрать. А детям, конечно же, играть, и можно дополнить своими аксессуарами. Здесь открываются, закрываются дверцы. Также есть мебель, очень реалистичная, и кухня вам, и туалет, и колыбелька. Все просто есть для того, чтобы ребенку сесть сюда и играть, а не сидеть в телефоне. Это очень важно. У меня просто нет детей. Были бы у меня дети, я вообще бы запретила давать телефоны вот так вот без назначения. Да, поэтому я вот вам рекомендую заказать в Wildberries. Ссылку я оставлю. И за качество отвечаю, за доставку тоже. Потому что это все-таки производят мои друзья. Вот это такая, знаете, мини-реклама, за которую мне не заплатили, но от души хотела вам рассказать и поделиться. Домики представлены на Wildberries в разных цветах, и вы также можете подобрать подходящий домик к вашему интерьеру. Это очень залипательно, и хочется самой сесть и поиграть. Вот так вот. Поэтому оставлю ссылку заказывать у продавца Домикон. И давайте продолжим. Хочу продолжить с парфюма такого, как Aristocracy Brave. Я уже неоднократно говорила про этот бренд. Это ювелирный бренд, который создает вот такую вот красоту. И у меня были даже дубли, и которые я продала. Забрал их у меня парень из города Сочи. Замечательного города Сочи, да? Brave. Это такой, знаете, парфюм, даже можно сказать, унисекс. Мне очень нравится. Вначале он терпкий, даже немножко, как будто, знаете, есть свежесть одеколона в нем. Потом он запудривается, и здесь чувствуется магнолия. А в базе миндаль.
Это красивый аромат, очень хорошая стойкость вообще у всей этой линейки. Поэтому я рекомендую вообще вам познакомиться с этой линейкой. Это ни в коем случае никак не проплачено. Я их покупала за свои деньги. Просто реально рекомендую. Неизбитые ароматы. Ну да, возможно, они что-то напоминают, но стойкость и цена, в отличие от другого какого-то люкса, ну это просто вообще сказка. Поэтому я его ношу часто. И эту всю линейку из 4 парфюмов я решила оставить себе. А дубли уже продала. Вот. Еще есть у них travel формат. Вот, кстати, я думаю себе взять еще travel форматы, потому что очень удобно будет носить их. Такой вот Brave, хищник. Дальше давайте продолжим. Aqua Allegory, мои любименькие. У меня их было множество. И оставила я себе только Teazora. Teazora, знаете, чайная тема с ромашкой. Зеленый чай с ромашкой, очень терпкий такой. У меня просили его продать, но я решила оставить себе, потому что я продала все. Все, которые у меня были, оставила себе один единственный. Меня он не напрягает вообще, как-то мне в нем хорошо, он очень стойкий. Вот из Aqua Allegory плюс-минус, какие-то стойкие, какие-то не очень. И знаете, я бы хотела еще познакомиться с линейкой Harvest, которая вот только вышла в 23-м году. Там тоже мандарин-базилик новый, роса-роса и еще там что-то у них идет. Вот три прям флакончика тут будет. Вот я бы себе хотела что-нибудь с них, наверное, взять. Ну, а так вот, пользуюсь сейчас Teazora, мне вообще нравится. Сказать, что здесь прям какая-то, знаете, ромашка, ну, нет. Травность, здесь трава, травы, муравы, вот это все, вот все в таком стиле. Но мне стали нравиться такие ароматы, и поэтому, наверное, вы уже третий, да, парфюм, вот плюс-минус у меня на такую тему. И четвертый парфюм будет тоже такой же бергамотно. Здесь вообще Мира и Кумкват. Это Аквакалонь 4711. У меня он в тестерном варианте был. Я его покупала недорого, потому что в тестере здесь что-то... Сколько же здесь? 175 мл. Короче, здесь какой-то большой объем. Какой-то странный объем. Вот такой вот красивый парфюм. Флакончики у них красивые. Такие вазочки, да, хрустальные. Напоминают, только нифига они не хрустальные, а из стекла сделаны. Ладно. Хорошо распыляет. 4711 у меня, кстати, несколько ароматов. Два я дала маме на пользование. И Мира Кумкват я прям оставила себе, потому что здесь очень чувствуется эта вот терпкость этого кумквата. Это горьковатые какие-то апельсины. Ну, вот, наверное, так пахнет кумкват. И очень что-то в нем есть такое, что очень горчит. Такой он горьковатый парфюм. Горьковато-травный, бергамотистый и в то же время освежающий, он реально освежающий. Мне нравится, и вообще эти колонии, они не очень стойкие, да? Ну, вот именно этот с кумкватом вполне себе держится на коже очень долго. Ну, часов 5 точно я его от себя слышу. Вот, поэтому, мне кажется, даже кого-то он может напрягать. Абсолютно, кстати, унисекс, да. Классно, достойный вообще, 4711. Следующий у меня будет мой фаворит. И скоро я вас познакомлю еще с ароматами с этой линейки. Это Кензо Мемуары, воспоминания. У меня пудре матча, рассказывала буквально недавно. И я его очень полюбила, носила 3 дня в запое, прям вообще. Очень приятная зеленая какая-то пудра. И вот что мне нравится, матча чай, естественно, вот это вот все, мате. И также, знаете, я уже вот сейчас, когда его чаще носила, слегка есть какая-то сладинка и как будто какие-то ореховые даже оттенки он преобладают. Это очень приятно звучит, очень... Это стойко, это хорошо, и мне нравится. Он не напрягающий. Я заказала еще 3 парфюма с этой линейки. Будем с вами знакомиться. 2 уже из них пришли, 1 еще на подходе, но я обязательно вам расскажу, пока хочу прям хорошо их протестировать, потому что один мне показался уже не таким стойким. Вот, как-то так. А так, ну, замечательная тема, она тема для тех, кто любит матчу, вот эту вот всю и пудровость легкую. И парфюм, который у меня остается, это Avon Claude Monet. Мне нравится, знаете, здесь такой задорный пион, свежий с пионом. Есть парфюм у Dior Forever and Ever.
Вот это вот, знаете, практически то же самое. Вот то же самое. Да, кому-то может мылом пахнуть, очень приятный мыл. Цветочный парфюм с пионом, с какими-то даже немножко водными нотами. Может, здесь, по-моему, цветок лотоса заявлен, если я не ошибаюсь. Он очень приятный и в меру, по стойкости в меру, какой-то дешевой базы я не слышу, мне он очень нравится, вот честно. Я его ношу, прям вот поливаюсь, мне прям в нем хорошо. Кстати, я на себя нанесу его сейчас. Вот, вообще нравится. Поэтому, как бы, тут у меня разные варианты, и более дорогие, и более подешевле варианты, да? Да. Вот. Еще я очень люблю вот эту вот матрешку. Это бренд United Color of Benetton. В какой-то момент просто вышибло, как он называется. Купила его давненько, вот, и мне очень нравится его носить. Тоже такой освежающий зеленый парфюм, но уже никак не похож на этот, он более попроще звучит, конечно. Но действительно, здесь, по-моему, жасмин есть, или какая-то вот такая сладость цветочная преобладает. Не чисто там какой-то он, знаете, лимонный или там, такого нет. Очень освежающий, мне он тоже очень нравится, вот эту матрешку. Летом я вот, это мои фавориты на лето. Красную как-то я не так. Вначале мне красная больше понравилась матрешка, сейчас я ее особо не ношу, но у меня там тоже стоит. Вот. Кстати, да, в комплект домику матрешки не идут, а то подумаете мне тут. И давайте продолжим. Собрала вот такую коробку из своих любимых косметических средств. Ну, давайте, наверное, с чего-то будем начинать. Начнем с уходовых средств. Это то, чем я сейчас пользуюсь, чем я смываю косметику. Естественно, у меня есть умывашки, я их не брала. Но если косметика плохо смывается, так как у меня плотная тональная такая основа, то я пользуюсь всегда это Clarins. Clarins, у него приятный такой запах, апельсина, хочется по привычке открыть и напшикать. Нет, он так открывается, и просто на ватный диск. Вот я люблю все нюхать, мне прям вообще нравится. Справляется он отлично, единственное, что 200 мл стоит не так дорого, плюс-минус можно найти что-то побюджетнее. Но в какой-то момент мне захотелось себе что-то от Clarins. И такой вот есть мультиактив Clarins, эссенция такая, я ее использую после тоника. Вот. Дальше. Что я наношу дальше? Я наношу вот такую вот сыворотку от Lancôme, это тройная сыворотка против старения, все дела. Очень мне нравится. Такой вот, такая вот у нее текстура. У меня очень жирная кожа. И знаете, мне вот эта вот сыворотка больше подошла. Многие сыворотки, ну, очень сильно напитанные вот этими маслами, вот как у Guerlain, мне не всегда подходят. Они классные. Я сколько покупала, потом отдала маме, потому что мне очень сильно, я просыпаюсь прям с пленкой на лице. С этой сывороткой такого нет. Сказать, что она как-то меня омолодила, я стала выглядеть моложе на 10 лет, ну, конечно, нет такого, но все в процессе, все в процессе. Вот. Дальше, что я использую? Ну, под глаза я использую вот такой вот крем от Lancôme. Ничего особенного, обычный крем, не сильно тоже жирный, мне подходит, очень нравится. И на все лицо я использую Estée Lauder Multi Effect SPF 15. Он для меня такой, очень приятный запах у него. На ночь хорошо мне подходит, тоже не жирнит мою кожу. Вот, это я использую. Дневной крем у меня тоже от Estée Lauder. Я очень его полюбила. Он так, знаете, матирует. А, ну перед тем, как нанести его, я еще наношу сыворотку. Ну, иногда забываю, наношу просто его. Вот такая вот идеалист, тоже для жирной кожи. Это вообще супер матирует. И, ну, если я, конечно, пораньше встаю, пока я хожу, там что-то делаю, ну, это редко бывает, я наношу ее, чтобы она там впиталась, все. Вот, и потом наношу крем. Но чаще всего я наношу либо это, потому что я не успеваю реально. Мне нужно быстрее краситься и бежать на работу, потому что я все время опаздываю. Вот. Но так я вообще люблю вот эти продукты от Estée Lauder. Очень мне нравится. Дальше. Ну и самая моя любимая тема – это декоративная косметика. Ну, тональная основа у меня Tom Ford. И у меня их очень много, кстати. Я люблю тональные основы. Ну и W Estée Lauder. Вот. Tom Ford, наверное, повторять не буду. Стоила она что-то около 10 000 рублей. Да, по-моему, ну со скидкой было меньше. В золотом яблоке покупала. Хорошая. Вот сейчас, кстати, в ней очень хорошо выравнивает. Вроде бы она не сильно плотная. Но что-то не знаю. Ну, что я не знаю? Ну, цена. Цена мне не очень нравится. Все-таки можно найти что-то дешевле. Я сейчас себе еще заказала от новинку от Guerlain.
от терракоты, у них в линейке терракота, у них вышла тональная основа. Вот более легкая, мне ее прям посоветовали, я уже заказала. Ну и, естественно, Estée Lauder, которую я покупаю уже не первый раз и пользуюсь ей постоянно, Double Wear. Ну, плотненькая она сейчас, конечно, не вариант ее наносить в жару так вообще. То форма будет менее плотная. Вот, но для того, у меня расширенные поры, поэтому я покупаю такие тональные средства. Кому-то они будут прям плотные. Тональные у меня рассыпчатая от Clarins в оттенке 02. Вот сейчас я тоже, кстати, в ней. Ну, я не скажу тоже, что она мне очень нравится, но я ей прям пользуюсь. Пока она меня устраивает, но вряд ли я ее, наверное, повторю. Вот честно, вряд ли я ее повторю. Ну, неплохая. Неплохая такая, нейтральный запах. Ничего такого. Не совсем удобно ее, конечно, с собой носить. Вот. Но это, знаете, получше метеоритов Герлен, которые у меня просто так стоят и вообще бестолковая пудра. Вот она бестолковая. А вот это... Действительно, хотя бы матирует и в то же время жирный блеск хорошо убирает. Вот это мне нравится, да. Ну, все равно у меня очень жирная кожа, приходится постоянно. Несменным фаворитом остается у меня тинт от Manly Pro для бровей, которым я пользуюсь постоянно. По мне он очень натурально выглядит. Сейчас это старый выпуск, это новый выпуск. По отзывам читала, говорят, что стал он менее стойким. И, кстати, знаете, наверное, все-таки я согласна с этими отзывами, потому что вот это вот действительно, купаясь в соленой воде, в море ничего не будет. А вот здесь вот, возможно, уже бровки поплывут. Ну, у меня еще вот есть остатки, поэтому я им пользуюсь. Ну, и новым тоже как-то так. Вот, это то, что у меня на бровях. Далее, буду так хаотично, что нахожу. Idol Ultra Wear у меня консилер. Консилеры на самом деле можно купить любой. У меня и от Estée Lauder есть, и можно какой-то более бюджетный купить вообще консилер, не из люкса. Ну, просто так получилось, что я что-то нахватала там в какой-то момент. Туши у меня... А вот тут две туши у меня. Lancôme и Idol. Вот и на глазах. И, в принципе, я ее использую сейчас всегда. Но также у меня есть Cabaret от Vivienne Sabo. Это By Red Atom. Вот это блогер, девочка замечательная, которая выпускала совместно. Такая же у меня еще есть подводка. Ну... Довольная, в принципе, ее подводка. Еще я очень полюбила подводку также от Lancôme. Серия Idol, это коричневая подводка. Я люблю коричневые подводки, и это уже все, они пустые. И Dior подводка. Все, закончились уже они у меня. Вот я перед тем, как выкидывать, думаю, наверное, скажу про них. Хотела бы их повторить, реально хотела бы. Но ни вот этой, ни вот этой у нас нет сейчас наличия в магазине в Казахстане. Вот такие вот дела. Далее, что я очень люблю еще, это... обязательно по тени. Обязательно по тени я использую базу. Вот такая вот база от MAC у меня. Мне нравится, такая у нее основа. Очень плотненькая, хорошо держит тени. Даже я наношу ее, потом следом наношу подводку. И подводка очень хорошо держится вообще, когда смываю. Вот действительно прям очень... Четко все держится, сложно даже смывать. Такая вот крутая вот эта база. Ну и давайте, что еще вам покажу. Румяна. У меня есть такие вот румяна от Anastasia Beverly Hills. Anastasia, да, Beverly Hills. В таком вот стике, с такой вот щеточкой. Вот так вот это все выглядит. Ну, знаете, вот есть цвет такой, мне нравится. Классный цвет. Все, очень красиво смотрится он. Ну, не всегда практично это использовать, потому что часто этот стик разъедает тоналку. Как-то вот бывают проблемки. Но пользуюсь все равно. И вот мои любимые, это Кика Милана именно. Такие вот у меня есть средства от них разные. Это вот мои любимые румяшки в оттенке 03. Вот я сегодня в них, очень красивое сияние и все, мне очень нравится. Даже хайлайтер никакой не нужен. Знаете, с моей жирной кожей еще хайлайтером сверху и вообще, хотя хайлайтер у меня тоже есть от Huda Beauty, я его не взяла, но он тоже классный. С люкса это вот такая вот у меня
красивая помада, просто от Guerlain, конечно же, матовая, я больше... А это, кстати, знаете, матовая, вот немного металлическим блеском, вот это очень красиво смотрится. А так вообще, знаете, если мне нужна помада, и я иду куда-то на вечер, то это будет, несомненно, даже вообще, это будет Кика, Кика Милана, вот такие вот помады, я их обожаю. У меня сейчас на губах тоже Кика Милана, вот у меня сейчас такая помада на губах, очень, у меня такая линейка была, по-моему, зимняя коллекция. Вот так вот они выглядят, очень красиво, мне нравится. Стойкость хорошо, зубы не сушит, губы тоже. И вот такая вот красная помада, красивенная. Если я иду куда-то вот действительно на вечер, я наношу ее. Я знаю, могу быть спокойно, что я могу есть, пить, и у меня ничего не будет. Ну, там где-то подправить надо, вот если что-то совсем жирное поела, а так нет. И вот такая вот вообще универсальная помада. Вот оттенок 03, да. Мне очень нравится, прям... мои фавориты. Вот, люксовые помады у меня есть, но как-то я ими так часто не пользуюсь. Вот, вот реально не тянется рука, потому что эти помады мне больше нравятся. И по цене не стоили дешевле. Ну, не скажу, что они совсем дешевые, но все равно. Дальше у меня еще здесь лежит... А, ну вот такой вот карандаш для бровей Medium Chic Pro. Такой вот карандаш, он мне, в принципе, нравится. Все хорошо, можно прорисовывать волоски. Вообще, компания Chic, в принципе, у них такие плюс-минус хорошие продукты. Ну, вот не всегда я им пользуюсь, честно, забываю. Дальше, что у меня здесь еще есть? А, ну, я вам покажу свои любимые такие вот спарклы. У меня три спаркла. Вообще, их, по-моему, четыре было. Это Sun, Mimosa и Capella. Вот такие вот. Красивые, если я не знаю, что нанести, я наношу чаще всего базу и просто вот так вот в серединку наношу вот эти вот спарклы. Вот так вот выглядит Sun. Также можно их наносить на тени, будет более яркий эффект, конечно же. Вот такой вот красивый Capella. И вот такой вот красивый Mimosa. Очень классные сияшки. Но их, по-моему, сейчас уже сложно купить, но говорят, что Наталья Шик, которая, в принципе, занимается производством этой косметики, что скоро они появятся. Красиво, мне нравится. Ну и давайте перейдем к моей любимой части. Глаз – это, конечно же, тени. Да, я обожаю тени. Хочу показать вам. Это такая вот палетка от Jeffree Star. Вот так вот она выглядит. Бархатная, красивая, выглядит как шкатулка, да. Но я думаю, что, в принципе, стоимость палетки – это все внешний вид, да. Такие вот оттенки, неоднозначные, да, конечно же, неоднозначные оттенки, но вполне себе. Вот, я вам сейчас их посвотчу. У Jeffree Star косметика не тестируется на животных. С одной стороны, это плюс, а с другой стороны – его тени вызывают иногда аллергическую реакцию. Хочу сразу предупредить, это есть такое дело, и об этом пишут и говорят многие. Слава богу, у меня нет аллергической реакции, но есть иногда такие тени, вот именно цвета, которые смываешь, они все еще остаются на глазах. Да, то есть их вообще не смыть, до такой степени впитывается аж в кожу. Вот. Ну, по-моему, с этой палеткой нет такого, это вот здесь далее я вам покажу. Вот такие вот оттенки. Посмотрите, мне нравится. Они сейчас, кстати, находятся у меня на глазах. Да, сейчас у меня на глазах вот этот оттенок, вот этот, вот этот, вот этого немного. Вот так вот, в общем, и вот так вот у меня получилось сделать себе макияж. Далее палетка не менее красивая. Это Blood Money. Жажда денег, по-моему, переводится. Красиво тоже все сделано. Такой вот, как она, сумочка, да? Клатч, кейс, я не знаю. От Jeffree Star. Вот так вот выглядит. Вот. Можете видеть мой шкаф, да? Меня там где-то. Вот такая палетка теней. Знаете, ну, тут, конечно, вообще на любителя цвета, потому что, вот, посмотрите, они такие все зеленые, яркие, но, в принципе, вот эти вот тени более-менее базовые еще. Очень люблю вот этот вот вообще оттенок, так переливается тоже красиво. Шикарные у них палетки, честно скажу, я в восторге просто от этих теней.
Сводч я вам сделала, показала. Следующая палетка – это Star Wedding. Такая вот, да, звезда свадьбы. В общем, свадебная палетка на самом деле. И да, я соглашусь, она такая более нейтральная. Здесь вот такие вот оттенки. Естественно, немножко выбивается вот этот ярко-розовый цвет. Есть такое дело. Ну, а так, вполне себе, очень базовые цвета, бежевые. Часто их сочетаю с другими палетками. Мне очень нравится. Вообще, мне очень нравится эта палетка. Одна из таких любимых, самых ходовых. Ну, вообще, я довольна. Следующая палетка тоже Jeffree Star. Уже попроще, да, вид у нее. Firsty. Тут уже такие яркие оттенки. Вот, желтые. Ну, тоже есть такие более базовые, да, цвета. И также идет следующая... Идут такие базовые цвета, блестяшки есть и вот такие яркие. Так что вот, часто, когда вы видите у меня какие-то яркие макияжи, я делаю все с палетками Jeffree Star. И еще палетка, которая у меня осталась от Huda Beauty. Это, кстати, не все мои палетки от Huda Beauty. У меня, по-моему, около 5 палеток или 6. Миллионы просто. И также у меня есть палетки и Tom Ford, есть палетки и от Charlotte Tilbury, и еще разных брендов. Но я почему-то вот эти вот самые любимые, чаще всего ходовые. Когда я ездила в Санкт-Петербург, я брала с собой палетку Rose Quartz от Huda Beauty. Тоже очень классная, такая вот она универсальная. Но единственное, здесь все, конечно, оттенки, они розовят. Ну, даже вот наносишь коричневый, все равно будет с розовым подтоном. Поэтому нужно быть к этому готовыми. Очень часто подделывают палетки Huda Beauty, поэтому нужно быть внимательным, проверять в проверенных местах. Действительно, они очень подделываемы. Вот. Ну, качество, конечно, там будет небо и земля. Мне нравится. Они не скатываются, они отлично тушуются. Не надо быть никаким профессионалом. Ну, конечно, кисти должны быть более-менее нормальные. У меня кисти от Manly Pro. Мне не устраивают. Конечно, я брала и другие кисти, но уже вот как-то похуже. А, еще я очень люблю такую штуку. Это корейский бренд Lagom. Или Lagom, точно не знаю, как называется. Это такой мист тонер. Я его использую и на ночь, и вообще в течение дня, чтобы освежиться. Действительно, он просто освежает, как-то увлажняет кожу. Мне нравится. Вот у меня уже заканчивается, я обязательно его повторю. В принципе, я вам такую основную часть показала тем, чем я пользуюсь. Да, вот то, что я люблю, какие у меня тени. Потому что часто были вопросы, а что за тени, что это. Ну, вот я вам так показала вкратце. Конечно же, я хотела бы вообще снять обзор полностью своей косметики, как у меня все хранится. Как, ну, мне нужно прибраться, и обязательно я потом, наверное, сниму и показать вам вообще весь ассортимент того, чего у меня есть. И мне начнут писать: ну ты больная, ну ты вообще больная, боже мой, ты шопоголик. Я знаю, что я шопоголик, и я знаю, что ни хрена хорошего в этом нет. Но я люблю косметику, я ей пользуюсь, и стараюсь даже вот, когда иду на работу, сделать себе какой-то макияж, все равно там такая, думаю, ага, так, оранжевая кофта, оранжевые тени, да, я из тех, кто вот до сих пор так делает, подбирает там аксессуары и всякое такое. Мне это пока не надоело, и это нравится. Ну, знаете, столько теней набрала дорогущих, что теперь сидеть смотреть на них? Нет, я ими пользуюсь, чтобы... Ну, хотя тени вообще такой продукт, который может храниться долго, да. А вот помады, да, их нужно использовать, конечно, активнее. Вот, показала вам любимые тональные средства. Tom Ford классный, крутой, но, блин, цена что-то не нравится. В общем, парфюмы, которые использую, довольно очень простые ароматы, очень свежие, зеленые, бергамотистые, цветочные. Я их обожаю, вот. И их точно оставлю себе. А остальные плюс-минус еще можете писать, спрашивать, что у меня много еще чего осталось. Вот, кстати, вот из нишевых ароматов, ну, все в основном хотят Killian, но Killian, да, он как бы стоит недешево. Angel's Share, долю ангела я себе оставила, потому что так подумала, что если я сейчас распродам весь Killian, у меня вообще ничего не останется. Ну, не-не-не, надо себе что-то оставить. В общем, вот такие дела. Напишите, с чем вы знакомы, с чем не знакомы, вообще ваши любимые фавориты напишите обязательно, фавориты в тенях, в средствах уходовых. Мне, например, очень было бы интересно, может, какая-то там, вот, чтобы вы видели эффект. Вот из того, что я вам показала, эффект я вижу, да, у меня кожа ровная, выравнивается, как-то вот чуть-чуть потянутое лицо становится на утро, то есть я стараюсь ежедневно всем пользоваться, ну, иногда, конечно, я забываю, но прям стараюсь, бывает, вот совсем уже я лежу, никакая, встаю и иду, наношу, все делаю. Вот, но умываюсь я всегда, у меня нет такого, чтобы я легла спать с макияжем вот с таким ни за что, в каком бы состоянии ни была, я не знаю, это у меня еще, знаете, с юных лет я всегда умываюсь, всегда.
Вот. Да, я не всегда могу там вот эту всю процесс, там, знаете, тонеры, шмонеры, там, сыворотки, ну, хотя бы что-то я нанесу точно. Вот. Как-то так. В общем, мне будет интересно почитать, что вы любите, какие тональные средства вам нравятся. Я люблю с матовым эффектом, потому что морда лица жирная. Можете мне пудру какую-нибудь хорошую посоветовать, тоже такую, чтобы, ну, этот... Часто мне советовали кушон. У меня есть кушон от бренда Миша, который корейский. Неплохой, но достаточно очень плотный даже для меня. Даже для меня плотный он, вот. Как-то так. В общем, была рада с вами увидеться. Жду ваших комментариев. Всего вам хорошего и до скорых встреч. Все, пока-пока.